Новые подробности в деле о расплате таксистов с пассажиром, не заплатившим за проезд. Сейчас он находится в городской клинической больнице номер 11. Об этом нам рассказали родственники пострадавшего. На ролике мужчина, которого частные извозчики показательно заставляют умываться зеленкой. Опухшее лицо многие приняли за последствия употребления алкоголя, но оказалось, трое таксистов избили нерасчитавшегося пассажира металлической трубой, катали его в багажнике по городу, а затем заставили вымазать зеленкой лицо и бросили в частном секторе в 30-градусный мороз. У молодого человека челюсть сломана в двух местах, ему уже сделали операцию, вживив металлические пластины. По прогнозам медиков, реабилитация затянется как минимум на полгода. Мужчина намерен подавать заявление в полицию. Ехал с другом, и вот второй вот этот парень, он должен был рассчитаться за такси, но он убежал. Я считаю, что так нельзя поступать. Бросить человека в багажник и везти неизвестно в каком направлении, как он сказал, что он был без сознания. Я не знаю, это не люди.